Мне какой-то такой стон. Короче, стенка, а на стенке была веревка большая, а выше глянул, смотрю, там такая люстра здоровая, большая. Я решил на эту люстру залезть. И по этой веревке начал залезать. Потом раскачался и на эту люстру раз залетел. А люстра такая красивая, орнамент у ней. Большая люстра. Но она вся светилась фосфором, эта люстра. Я вот в центр этой люстры залез, там так красиво все, ажурно было. Я никогда такого не видел. А потом, когда вниз гляну, а внизу что-то, там какие-то могилки, и смотрю, среди этих могилок такой человек в капюшоне ходит. Мне показалось, что это как, ну, это над могилами дух этот ходит, вот этот, охраняет эти могилы. Короче, вот так подумал. А потом он взял и вот так как бы возвысился, и около меня этот человек, у него такая, я думал, он страшный будет, а он, оказывается, такой добрый, у него лицо хорошее, такое красивое лицо, и он мне так, это вы, он мне фамилию, имя все назвал мне, на потом какую-то дату назвал, это все, я вот эту дату не запомнил. Год назвал, все назвал и, короче, исчез. Я думаю, что это такое было, нифига, думаю. И вот он после этого исчез. А он, короче, когда я проснулся, думаю, что это такое было, сам понятия не могу. Такой хороший человек был, объяснил мне все так ясно, хорошо. А думаю, ляжу еще, досмотрю, может, что-то дальше будет. Да, потом опять продолжилось, только я очутился уже в каком-то другом ином миру, там одни какие-то роботы, и вот эти роботы все делали, и я вот среди этих роботов ходил, ну, короче, в каком-то прекрасном месте находился я. Я говорю, оказывается, вон ты меня куда посылаешь, оказывается, вот этот меня человек, говорит, ты если помрешь, может, даже, ты туда попадешь, я тебя туда и... Ты там в этом месте будешь. Я когда проснулся, у меня такое ощущение хорошее сделалось. Думаю, вот, да, думаю, ничего себе. Ну, какие сны, оказывается, снятся в этом мире.